Твери продолжается демонтаж трамвайных путей. Вслед за контактной сетью в Твери уберут рельсы на улицах Горького и Благоева. Администрация города разместила на портале государственных закупок открытый аукцион на демонтаж трамвайных путей, пролегающих посередине проезжей части. Потратить на это из городского бюджета планируют 92 миллиона рублей. Трамвайные пути собираются демонтировать на участке улицы Горького от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе и на всем протяжении улицы Благоева. Это единственный путь из депо на улице Хрустальной. После демонтажа путей трамвайные вагоны не смогут выехать за пределы парка. Демонтировать рельсы должны до 30 ноября. Таким образом, в этом году в Твери будет ликвидирована практически вся основная трамвайная инфраструктура. Рельсы останутся лишь на Тверском проспекте и на выделенных участках проспекте Чайковского, Петербургском шоссе и улице Спартака.